Ну что, друзья, всем привет. На часах 7 часов вечера. Я выдвинулся на рыбалку. Вот такие сейчас виды за спиной. Выдвинулся сейчас на рыбалку. Время 7 часов. Сегодня у нас 6 июля. Уже второй месяц лета, а рыба не клюет, можно сказать. Много ездил раз за щукой, но что-то вот она не клюет. Сейчас поехал прикормить ее на новое место. Хочу одно место там прикормить, на том пруду был я уже, ловил карася. И хочу выразить огромную благодарность, что так много набрали просмотров на прошлом ролике. Это большой показатель для меня. Я готов стараться все больше и больше снимать контента про рыбалку. Так что не будем терять время на рыбалку, у нас его и так очень мало. Собираемся и едем. Давайте. Вот такой вот вид отсюда. Красивейший просто. Но мне надо вон туда. Сейчас поедем. Ну что, друзья, вот я и приехал. Сейчас замешиваю прикормку и уже приступаю к самой ловле. Сегодня у меня прикормка будет. За основу прикормки я возьму прикормку от фирмы Формула. И я дома сварил 200 грамм перловки. Вот, 200 грамм перловки я сварил. Сейчас мы все это смешиваем с вами и уже начинаем кормить. Так, вот у нас прикормка от фирмы Альвега Формула. Кто хочет приобрести эту прикормку, ссылка будет в описании под данным роликом. У них всегда прикормка почему-то плохо открывается. Вот, открыл. Вот она. У них вот такая вот. Такая вот фракция. Так, мусор за собой уберем потом. Заберем домой. Теперь вываливаем нашу перловку, которую мы сварили с вами дома. Теперь это все перемешиваем. И добавляем воды. Ух ты, какой шершень пролетел. Вот такая прикормка у нас получилась. Сейчас наливаю водички. И замешиваем. У нас она получается как раз таки такая, сразу хорошо лепится. И получается так, что она при попадании в воду сразу будет рассыпаться. А это нам дает огромный плюс, так как она будет призывать очень много рыбы с помощью пыления. И тем самым приманив много рыбы. Вот такие вот комочки делаем. Да ладно, я шучу. Делаем намного меньше комочки и закармливаем. Вот такие вот я комочки слепил сейчас. Сейчас их закармливать буду. Ими.
Пока что мне трех комков хватит. Сейчас буду уже наряжать удочку и начинать ловить. Сегодня я буду ловить своим комплектом. Это принцесса 5 метров Dragon Lee. По оснастке у меня 0,18 лесочка. Потом идет поплавок на 2,5 грамма. Вроде бы. И грузики свинцовые обычные. И идут крючки. Восьмерка вроде бы. Если не меньше. Мошкары сегодня что-то очень много. Перед дождиком, что ли. Но если дождик будет, это очень даже хорошо. Ну, жевайте на завтрак, конечно. Пауты летают. Так, сейчас. Забросим, попробуем. Получилось у меня вот так вот насадить опарыша. У меня два крючочка стоит. Один на дне лежит, получается, а второй на отводном поводочке. Сейчас забросим. Поплавок встал. И уже, между прочим, клюет, друзья. Вы представляете? Уже что-то доклюет у нас. Я не ожидал, что так будет. Думал, хотя бы какое-то время я посижу без поклевки. Но оказывается, сразу клюет. Но я надеюсь, что хорошая рыба клюет. А не малявки, которые нам... В принципе, не нужны с вами, так ведь? Мы хотим хорошую большую рыбу. А тут вот у нас уже как будто повело. Но это обманка. Она только клюет. Дергает поплавок. Сейчас, наверное... А, нет. Рано подсек, друзья. Сейчас поставлю штатив чуть поближе, чтобы вам видно было. Либо же приближу. Так, давайте я вот сюда поставлю штативчик вам, чтобы видно было. Хоть кого я ловлю. Хоть кто там у меня клюет. Чтобы вы видели его. Вот, видите, как он настойчиво клюет. Кто-то так настойчиво клюет, что мне даже хочется поставить поменьше крючочек. Мне кажется, что это крючок очень большой для карася. Но ничего, если возьмет крупняк, так он заглотит хорошо, да, друзья? Ждем поклевку, значит. Ну, не поклевку, а так оно клюнет полностью. Сейчас я вас чуть-чуть переместил ко мне. Сюда поближе. Чтобы вам было видно. Ух ты, друзья. Сейчас я поверну вам. Показать эти поклевки злые.
Вы только посмотрите, как он клюет, эта рыба. Мне интересно, кто же там такой клюет. Наверное, кто-то такой, который... кто хочет съесть опарыш. О, потянул, потянул как. А вот и он. Я достал его. Вот и первый наш карасик. А, ничего себе, вы представляете, он сразу два крючка у меня съел. Так, сейчас отближу я. Вот он первый разведчик, так сказать. Сейчас мы его отпустим. Так, давай. Плыви. Все, поплыл. Малыш наш. Так, ну что, уже не зря мы сюда приехали. Уже хотя бы поймали хоть какого-то мы малыша с вами. Закинем сейчас еще подальше. Ой, стул упал. Это было довольно-таки неожиданно, что стул упал. Продолжаю я съемки. У меня вот тут кто-то опять тащит так. Опять, наверное, мелочевка. Мне кажется, нужно менять глубину срочно. Потому что это вообще не дело. Так клевать. Такой мелочи это. О, еще один, друзья. Прямо на камеру. На нижний крючочек клюнул, между прочим. Так. На нижний крючочек. Вот такая вот рыба. Вот она. Давай, фокусируйся. Сейчас сюда отплизим. Вот он, наш карась. Ну что же, опять же я карасика отпустил. Сфоткал и отпустил. Между прочим, друзья, тот, кто еще не знает, у меня есть своя группа ВКонтакте. И... кто хочет, может добавляться ко мне в друзья. Всех добавлю. И на моей личной странице ВКонтакте вы можете самыми первыми узнавать о выходах моих роликов, когда они выйдут. И можете первыми узнавать, на что я и где ловлю. Также я выкладываю в группе и добавляю всех друзья ВКонтакте. Поэтому подписывайтесь, всех добавлю. В группу заходите. Там нас уже больше 500 человек, поэтому заходите. Цель наша, идем к 1000. Так что давайте, помогайте нам. Вступайте в наши ряды рыболовов. Ну а у нас очередная поклевина. Так, сейчас. Поплавок спрятался за кустик, тут его не видно вам. Вот он, вот он. Так, у меня что-то со штативом случилось. Такое. Там вот сейчас за корягу он зацепится. Сейчас я хочу поменять глубину, чтобы начали клевать покрупнее карасики. Так. О, друзья, о, вы представляете, только включил камеру, поменял глубину, и у меня на опарыша, знаете, кто схватил? Догадайтесь, друзья, первый ленечек,
Давайте я сейчас... Поплавок качается в разные стороны. А это... В прекрасной ноте я буду завершать данный ролик, потому что... Как бы перестало клевать у меня. Ну, клюет так клюет. Но я убрал маленький крючок, потому что его разогнуло об корягу, и поэтому мне пришлось его убрать, а запасных у меня с собой нету. Ну и время уже подходит к вечеру, скоро уже начнет темнеть, поэтому пришлось завершить рыбалку. Но сегодня, в принципе, на клев и не рассчитывал, так как я приехал только закормить, завтра приедем утром и попробуем половить. Ну а все, кто смотрели до конца этот ролик, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем до встречи на рыбалке. Всем пока-пока.